Следующую неделю еще Маруся в лагере, вот если опять же 100 секций считать, да? А вот через Спасибо.
Что, уже работает? Вот. Тебя она потемнела, видишь? Помогала. Или знаешь что? Или масло. Сейчас поработаю. Смотри, у меня или масло, или что такое. Thank you.
Давай, вам. Удачи вам, девочки. Буду за вас болеть. Кстати, у них джипстер прикольный. Это же тоже легендарное, да? Да, да. Именно джипстер. Я не знаю, что это за встреча.
Thank you.
Я туда езжу. Так что сегодня будет пробег, а мы с вами находимся на бывшем заводе завод у нас получается, как он и водочку делал, да, музей русской водки. Это бывший завод «Кристалл». Здесь, правда, делались еще и соки, морсы. Ну а нынче уже завода нет. А территории сдаются. Здесь находится, как вы видели, музей автомобилей мира. Также блошиный рынок. Достаточно хороший, часто здесь бываю. Ну и внутри, конечно, все здесь осталось аутентично, потому что здесь действующая охрана, режимный объект. Все также остался. Здесь куча различных фирм, вот, например, вот такие.
Ну вот. Въезд автомобиля осуществляется здесь, и мы видим, что за Мерседесом стоит копеечка желтая. Что-то у Мерседеса то ли с въездом не получается, то ли с парковкой. А копеечка вот на черных номерах. И тут, если свернуть с Самокатной улицы в сторону метро Площадь Ильича, Римская, дворами пойти, вот это вот с правой стороны, это у нас стены завода «Кристалл». Красивый храм. А вот, например, вот такая BMW вполне могла бы сегодня поучаствовать и в ралли. Вид у нее отменнейший. Ну вот заканчиваются эти стены. И вот здесь вот, прошу прощения, что трясет, в камере стабилизации не было. Вот там вот мы сейчас с вами снимали видео. Вы смотрели, я снимал. Колючая проволока, это все еще осталось со времен завода с его специфической продукцией. А здесь были въездные ворота для поездов. Вот еще рельсы остались. Это вот я снимал. Как раз тот момент, когда железнодорожная как станция.